Сейчас проходит операция «Дебитор» по 24 ноября. Поэтому при задержании лиц обязательно необходимо проверять на наличие неоплаченных штрафов. Рабочий день участковых начинается с инструктажа начальника. В журнал они записывают основные задачи. Дальше полицейские отправляются на участки. Большую часть времени занимает работа именно там. Участковый обходит территорию, разбирает заявления и сообщения граждан. Обращаются с любыми вопросами. Начиная от раздела имущества, там, как составить заявление, как обратиться там. Уже да, по разным вопросам. То есть любые граждане там шумят, соседи, что там скандалят, лает собака, воруют, не отдают деньги. В последнее время вот учтили случаи мошенничества. Андрей Телин в органах правопорядка 21 год. Начинал он с патрульно-постовой службы. По словам мужчины, участковый и разноплановый сотрудник. Он проводит профилактическую работу с организациями в общественных местах. Выезжает на место преступления. Ошибочное представление, что мы занимаемся только семейными скандалистами и собаками. Нет. На место преступления мы выходим с завидной периодичностью, выполняем все процессуальные действия, который нам предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс, в полном объеме. Мы можем, в принципе, делать все за следственно-оперативную группу, и это дело. Часто саровчане обращаются и по личным вопросам. В работе участкового очень важно иметь терпение и уметь находить подход к каждому жителю. Начальник на производстве на своем общается с определенным контингентом, который у него работает. 20 человек, они не меняются на протяжении там нескольких лет. А здесь у тебя несколько тысяч населения, и притом они разносортные, если так можно сказать, если применимо к людям. Но они разных возрастов, разных социальных групп, и, соответственно, ну, очень сложно подобрать иногда язык. Главная задача участкового – поддерживать порядок в своем районе и предотвращать преступления. Во время пандемии поквартирные посещения полицейские ограничивают, но всегда стараются решить проблемы граждан. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.